А у господарках в области амаль скончили посев ранних зернебабовых культур. На чарзе яровые. На полях працует больше за 1500 одинных техники, и с каждым днем объем працы только повеличивается. Как подтримать своих работников, господарки распашали сезон выездной кухни. У обеденное меню зазернули и наши корреспонденты. Как подтримливать працовный стан и настрой, горячее харчевание работники господарки «Восход» отрымливают двойче на день без отрыва от вытворчести. Аграрный кейтеринг каждый день разностайный, калорийный и свежий. Покуль, что дня кухары готовят до 30 порций. Летом колькость дойдет до сотни. Салатик – первое блюдо, второе – мясное, там или рыба, или птица. Гарнир обязательно, напиток, хлебушек, которое собственное производство, и булочка. Это обязательно у нас как бы входит в рацион. Мясопереработка своя, поэтому продукция у нас своя. Имеется кафе свое, где приготовление пищи происходит. И вот поэтому в два раза в течение дня мы обеспечиваем питание своих работников. Они на него сами деньги сдают или это из зарплаты как-то? Это за счет предприятия уходит все, поэтому никаких денег с работников не изымается. У перспективных задачах аграры уход за посевами и химпрополка озимых рапса. Тому кухарский штат, хотя и працуя на тыловой линии, аграрную горячиню так само отшуя литерально про месяц. Седа Каспарова, Александр Артемьев, новины «Регион».